Хочешь ты мне что-то сказать? Тише. Если хочешь, то, конечно, я за. Сядь поближе. Обними и загляни мне в глаза. Я же вижу. Что-то важное ты хочешь сказать? Сядь поближе. Я отвечу, если хочешь ты знать. Тише. Что хочу тебе я тоже сказать. Ближе, ближе. И тому, кто не любил никогда, ближе. Трудно понять. Девочки влюбилась и полетела карусель звонков и смс. Нашли свидание у подруги и кафе эспрессо. И сцена ревности, скандал и знание подруги. И так по замкнутому кругу, но в итоге все равно полюбишь ты его, такого одного, такого своего. Вижу, хочешь ты мне что-то сказать. Если хочешь, то, конечно, я за. Сядь поближе. Обними и загляни мне в глаза. Я же вижу. Что-то важное ты хочешь сказать. Сядь поближе. Я отвечу, если хочешь ты знать. Что хочу тебе я тоже сказать. Ближе, ближе. Что как дура я влюбилась в тебя. Ближе. Слышишь меня? Ближе. Романтика! Спасибо огромное, спасибо большое. Мы поздравляем всех выпускников. Особенно нам приятно сегодня выступать на этой сцене, потому что сегодня заканчивает школу мой братик Олежка. Удачи тебе и всего самого хорошего и всем твоим одноклассникам. Поздравляем!